що, настав час і про смачненьке поговорити, про фестиваль, який не просто наближається в нашому місті. Любов Подимак, організатор цього гастрономічного фестивалю, у нас в гостях, та Юлія Борисюк, учасниця нашого гастрономічного фестивалю. Доброго ранку, дівчатка, веселі, гарні, дякую, що прийшли. Отож, розказуйте, це буде гастрономічний фестиваль, він називається перший гастрономічний фестиваль, але за кількістю він уже другий, да? Такий у нас вже був. Отож, давайте трішечки анонс, а потім, да, чим відрізнявся від першого, чи як, чи навпаки, будь ласка. Значит, смотрите, этот фестиваль мы будем проводить на Масленицу. Это будут выходные, последние выходные Масленицы, 12-13 марта. Место проведения мы оставляем тоже в Флотский бульвар, в Верхний БАМ, потому что место очень замечательное, красивый панорамный вид. Мы очень благодарны нашему горсовету, что нам оставляют это место, нам доверяют проведение там фестиваля. Но, знаете, первый фестиваль был достаточно позитивный, как и для ресторанов, так и для гостей, потому мы для себя поняли, что наш город Николаев готов к таким масштабным мероприятием, что это интересно, что нам надо дальше развиваться. Тематика этого фестиваля Масленица, то есть будет, да? Очень много такого этно-стиля, как и в оформлении фестиваля. Наш декоратор, дизайнер Татьяна Курочкина будет делать безумно красивое весеннее украшение. У нас будет большая кукла Масленица. Дона Роза везет нам много-много тюльпанов, будет украшать и фотозону. Все место залучено, да, на подготовке. Да, совершенно верно. Будет много, опять-таки, ремесленников различных, которые будут проводить с детками разные мастер-классы, делать разные поделки из глины, из бисера плести. Будут те, которые были в прошлый раз, и росписной, и аквагрим, и Монпасье снова будет делать разные украшения. То есть, в принципе, это будет праздник душить, снова для всей семьи. И детки будут различные мастер-классы для деток проводить, будут аниматоры. В это время родители смогут попробовать кухни ресторанчиков, кофеин, которые будут принимать участие. Будут много из тех, кто участвовали в первом фестивале, нас поддерживают, вот как кафе «Филижанка». Будет много новых гостей, кофейни, которые только открываются и хотят себя заявить среди наших заведений общепита в городе Николаеве, найти свою клиентуру. Едут гости нам из Одессы. Так, я знаю, что не лише місто Миколаїв залучили, а ще й Одесса, да? Совершенно верно. Едут гости из Одессы, которые участвовали в прошлый раз, рассказали про нас своим друзьям, они тоже едут. Будет ехать Херсон, тоже ресторанчик из Херсона. Поэтому я думаю, что все будет достаточно так интересно, ярко. Мы ждем всех гостей, будем всех удивлять. И опять-таки хочу как организатор заметить, что наша идея, мы не делаем коммерческий проект. В плане того, что вход у нас был и всегда будет для всех бесплатный. А как в прошлый раз мы делали для всех пенсионеров бесплатные угощения на Масленицу, что-то будет в этот раз интересное, вот потому мы всех приглашаем и взрослых, и деток, мам, пап, бабушек, дедушек к нам прийти снова на фестиваль. Дякую, обов'язково прийдемо, такий всебічний буде фестиваль, і смачний, і, як ви вже казали, і майстер-класи. У мене до вас запитання, Юлічка, ви брали участь в минулому фестивалі, розкажіть про це, до чого ви готуєтесь, чим будете дивувати, на які родзинки нам чекати від вас? Ну, как бы каждый участник, я думаю, приготовит всякие новинки, которые будут очень радовать наших николаевцев и других. Плюс добавились участники, и они будут представлять что-то новое. Очень, да, конечно, порадовало, как, ну вот, сказали, что будут в этот раз тоже аниматоры. Это очень хорошо, потому что действительно деток было чем занять, пока тем временем взрослые пробовали всякие вкусности. Мы тоже будем предоставлять новые десерты, новые кофейные, алкогольные напитки, чем, я думаю, родители очень сильно порадовали. Была очень такая веселая атмосфера, позитивная, когда и ведущий, я думаю, в этот раз тоже будет поддерживать такую же чудесную атмосферу, как было в тот раз. Угу. Я думаю, так все. Что вас надыхает на такого рода фестивале? Ну, вы знаете, я уже об этом говорила в прошлой передаче. Я хочу еще раз почитать. Сама фестивальная культура не нова в Украине. В Киеве уже проходит, наверное, 15-16 такой фестиваль. Одесса, Херсон также следуют. Так, а вот мы Миколаев, Вот мы когда организовали первый фестиваль, мы подумали, а чем мы хуже? Точно же так можем делать яркий праздник. Не просто рестораны, которые будут что-то жарить, готовить, угощать чем-то, а действительно сделать такой интересный досуг, новый формат отдыха для всей семьи. Поэтому творческие идеи, различные тематики, как Масленица. В следующий раз мы что-то сделаем интересное уже на майские праздники. Нас вдохновляет это все делать очень ярко, красиво.
А долго вы взагалі готуетесь до такого фестиваля? Скільки це часу потрібно, щоб адже ви заучили дуже багатьох? Дуже много, конечно же, занимает сил и моральных, и в плане подготовки, да. У нас много очень партнеров, кто нам помогает, информационные партнеры. Это и Новый Дель, и Рідна вулиця, и Мультиплекс нас рекламируют. Это много творческих коллективов, которые будут как ремесленники представлять свою продукцию, как и аниматоры для деток. То есть, ну, можно сказать, что работает целая творческая команда над подготовкой этого фестиваля. Минимум, конечно, на такую качественную подготовку уходит месяц. Чтобы его сделать хорошим, качественным, надо достаточно времени. Я зрозуміла. Дякую, дівчатка. Ото і ще раз нагадайте, коли нам? 12 марта, Верхній Барм, Плотський бульвар. Будемо чекати вас, приходіть. Да, приходіть. Так, отож всі приходьте, безумовно прийдемо. Дякую вам, дівчатка, що завітали, що розказали. Отож, зустрінемось що? Вже в березні. Готуйтесь, надихайтесь. Спасибо. Хай вам все вдається і побільше залучайте спонсорів. Отож, Любов Подимака та Юлія Борисюк були у нас в гостях, організатор та учасниця гастрономічного найкращого фестивалю в нашому місті та що там в місті, в країні нашій. Дякую вам. Спасибо.